Привести в порядок памятник Героя Советского Союза Володе Ермаку в Воскресенском сквере и расположен на площади Балтийского вокзала памятник монумента ополченцам Ленинского района 1941-45 годов. Видовой ремонт ждет установленный в 2010 году памятник. Отражает весь спектр возможностей тупливого ума номинантов будущих. Начнется завтра в 16 часов. На выдвинутом в Москве проходит тотальный диктант, желающим принять участие в акции «Лобус» Бортова Алексея Иванова. За ходом диктанта в Московской высшей школе социально-экономических наук наблюдает Андрей Поднев. Красавчик, да? Дебил, блядь. Пизда рулевое седло.